Привет, друзья! Сегодня будем делать приспособы из бруска для дисковой пилы на аккумуляторах. Назрело такое дело. Для этого мне понадобится береза. Ну, здесь в моем случае это береза поплотнее, сосна более мягкая. Она 60 на 2,5 мм. Также 2,5 на 40. Ну и планочка где-то восьмерка дубовая. И ширина 4,5. Вот основные вещи. Как бы ничего сложного нет. Вы можете поменять на ваше усмотрение. Но я взял поплотнее, чтобы на дольше хватило. Все-таки береза не сосна. Шайбы, болты и такой вот барашки. То есть, в принципе, ничего сложного. Если интересно, то приятного вам просмотра. Это у нас будет жертвенная доска, на которой будем основные вещи делать. Так, скорее всего, как-нибудь. Фрезер с боковым упором и все. Ну, сейчас осталось только просверлить отверстие на 10 в брусках березовых. Так, мы не будем до конца сверлить, мы сделаем, скорее всего, потай, чтобы если будет у нас заготовка. Поменьше.
Но осталось самое интересное, это собрать эту конструкцию. Теперь осталось их настроить, эти конструкцию. Здесь нам нужен 90 градусов угол. Здесь у нас 90 градусов, здесь 90 градусов. Теперь сделаем угол под 45. Лучше так поровнее измерим. Все, здесь у нас 45. Ну, в принципе, это не важно. Для того, чтобы, если вы хотите какой-то угол, вы можете изначально его выставить. Ну, грубо, сейчас проведем экспериментик. Вот здесь выставляете тот угол, какой вам нужен. Там 45-30 градусов, если нам нужен. На бруске вычерчиваете. И уже по нему можно эту конструкцию всю отрепетировать. Все сошлось. Все. Вот он вам угол 30 градусов. Сейчас мы ее торцанем и все проверим на практике, как оно работает. Так, сначала торцуем под 45, вот по 90 градусов у нас делаем. Кстати, здесь можно и шкалу, в принципе, металлическую сделать. Так. Все. Так, угол у нас 45 сделаем сейчас. Экспериментируем.
Где у нас угольник? Здесь у нас 45 градусов. 45. В принципе, штука получилась прикольная. Места много не занимает. Я думаю, что эта конструкция зависит как, под какую пилу. Но я делал именно под пилу. Понятно, что можно торцинуть на торцовке, я согласен. Но когда предметы очень длинные, и, это, и если это предмет на весу делать, то это самая, как мне кажется, удобная штука. И она стояла именно под аккумуляторную пилу, чтобы была возможность перемещаться, они привязаны к электричеству и к торцовке. Чтобы это можно было сделать в любом месте на улице, не имея торцовки. При желании можно этот угол сделать строго под 90, то есть засверлится два отверстия, и у вас будет просто прямоугольник, и вы будете регулировать так. Еще, кстати, можно сделать доработку, как вариант. Если предмет, так сказать, худенький, то это без проблем, вы настраиваете угол и все такое. Но если предмет толще, выше, как бы вы его ни настраивали, у вас он начинает падать сюда. А если это бревно, если толщина вот такая аж под углом, этот момент не учтен. То есть, соответственно, я думаю, что вот здесь я сделаю, наверное, вот даже вот такой, наверное, упорчик. Он будет давать ей не упасть и будет при этом являться также самой ручкой. То есть за него можно будет браться при настройке и уже не обхватывать всю целиком. То есть, скорее всего, я вот эту штуку сюда приклею. Тем самым заготовка будет сразу вставать на место. Вот здесь я еще решу, как оно будет. Хотя, в принципе, она при закручивании его выравнивается. И уже, соответственно, она уже не падает. Вот, если мы так ее сделаем. Все. То есть, вот эту штуку сюда обязательно прикрутить, и это понадобится. Ну, здесь плюс еще этой приспособы. Помимо всего, что мы, допустим, здесь видим ее, да, плюс торцовки, она еще подходит очень хорошо для пилы. Для пилы именно стационарной. Когда нужно делать, например, какие-то ножки, еще какие-то вещи. Сейчас все покажу. Вот еще задача этой же штуки. Если вам нужно будет пилить какие-то предметы под углом, то есть вы можете их спокойно здесь сделать и запиливать, допустим, ножку под какой-то определенный угол, при этом используя обычный стандартный упор самого циркулярки. То есть это тоже вариант, имеет место жить спокойно. Можно жить, быть. Видите, то есть здесь, пожалуйста, регулируйте, какой вам нужен. Ставьте в брусок и пилите. Можно это все по разным вариантам. Ну, сам смысл понятен, как идея доступна на любые вариации по пилению. Я думаю, кто в этой теме, то догадался. Вы можете ее сделать по-другому. Если у вас какие-то есть идеи, как это усовершенствовать и что-то добавить, обязательно напишите в комментарии, я их все читаю. Вот. Надеюсь, была полезная штука. Оставляйте свое мнение, комментарии, друзья. Не забудьте подписаться. Ну и поделиться в соцсетях, потому что я думаю, что это не новая вещь. Я ее сам не придумал, не говорю, что. Но мне она понадобилась, я ее сделал, вам показал. Всем удачи и пока.